Всем привет! В этом видео хочу рассказать вам о своем заказе в компании Avon по второму каталогу. Первое, что я приобрела, был вот такой парфюмерный набор Avon Attraction. В состав набора вошел вот в такой вот очень симпатичной коробочке. В состав набора входит спрей для тела в объеме 150 мл и парфюмерная вода. Упаковочка выглядит следующим образом. Объем 50 миллилитров, и вот так выглядит сам флакон, очень симпатичный, очень оригинальный. Относится этот аромат к древесно-фруктовым ароматам. В его составе ежевика, магнетический мускус и ванильная амбра. Все это вместе рождает очень приятный, сладковатый, очень женственный, нежный аромат. Мне он безумно понравился, с огромным удовольствием буду им пользоваться. Могу сказать, что аромат достаточно стойкий, но очень близко садится к коже, практически не шлифит. И этот аромат почувствуют только те, кто находится рядом с вами. Мне он очень понравился, я просто в огромном восторге, буду с удовольствием пользоваться. Как по мне, так он абсолютно на любой сезон, и для весны, и для лета, и для зимы, и для осени. Очень приятный аромат, присмотритесь. Также я приобрела два набора, каждый из которых состоял из трех средств. Стоили эти наборы по 229 рублей, и первый называется «Набор для энергичных будней». В его составе огромный объем геля для душа. Здесь пол-литра. Это Avon Senses, серия Spa, сердце Индонезии, сочный мандарин и цветок лотоса. Очень приятный аромат, цитрусово-зеленый. Мне кажется, подойдет как мужчинам, так и женщинам. Я эту огромную бутылку летом отвезу на дачу, в баню, чтобы можно было долгое время не заморачиваться на гель, так как он подходит всем. Я думаю, все останутся в восторге и от объема, и от аромата, и от действия этого геля. А гели хорошие из этой серии. Второе средство – это лосьон для тела из серии Skin So Soft. Упругость и эластичность с маслом пальмы. Заявлен он как возвращающий коже тонус и упругость. Да, восстанавливает тонус, кожа более подтянутая и упругая уже через одну неделю использования. Судя по всему, он не будет ни питать, ни увлажнять особо кожу, просто ее подтягивать, поэтому оставлю его на лето, пока что не открывала. Последнее средство – это шампунь из серии Avon Naturals, природная мягкость, авокадо и миндаль, объем 250 мл. Хороший шампунь, он силиконовый, тем не менее он прекрасно промывает волосы, хорошо пахнет, подходит для сухих и поврежденных волос. Возвращает естественное здоровое сияние, мягко очищает волосы, мягкие и шелковистые. Шампунем этим я с огромным удовольствием буду пользоваться, объем 250 мл. Тоже неплохие шампуни. Конечно, чудес не делают, но волосы очищают. Второй наборчик называется «Для расслабленных выходных», и в его составе вот такая огромная пена для ванн. Ну, не очень огромная, конечно, стандартная, пол-литра, называется она «Спелый арбуз». Пены эти, я думаю, многим известны, и каждый раз в моем заказе хоть одна да промелькнет. Много говорить об этих пенах я уже не вижу просто смысла. Пены хорошие, прекрасно пенятся, обладают приятными ароматами, хорошие, замечательные и бюджетные. Второе средство – это маска для волос, моя любимая, из серии Advanced Techniques, всесторонний уход с марокканским органовым маслом, объем 150 мл. Прекрасный аромат, прекрасная маска. У нее не очень большой расход, волосы после ее использования становятся мягкими и шелковистыми, а также приятно пахнут. Потрясающая вещь, уже не первый и не второй мой бутылечек, с огромным удовольствием буду пользоваться и дальше. Могу всем порекомендовать. Последнее средство в этом наборе – это ухаживающая, отшелушивающая маска для ног «Лаванда». Объем 75 мл, серия Foodworks. Не самая нужная для меня вещь, не самая интересная. Давненько когда-то она у меня уже была, я с ней не подружилась. Неудобно, конечно, пользоваться. Это нужно найти время, это нужно найти место, чтобы эту маску нанести и ждать определенное время, минут, наверное, 10-15, пока она высохнет, и потом уже ее смывать. Но нам обещают, что она смягчает, отшелушивает и охлаждает кожу ног, придает ей гладкость. Посмотрим, попробуем, постараюсь найти какую-то возможность, чтобы ее использовать. Интересно будет, как она мне в
сейчас понравится или нет. В прошлый раз я не впечатлилась. А следующий наборчик был мужской, к 23 февраля, небольшой и не очень дорогой. Состоял он из геля для душа Avon Senses, сила притяжения, освежающий шалфей и сандал. Приятный аромат, зеленый, действительно шалфей, немного древесный. Для молодых мальчишек совершенно не подойдет, но для пап, для мужчин лет так 30, может быть 35, вполне неплохо. Гель хороший, также может использоваться в качестве шампуня для волос. Второе средство — это дезодорант-антиперспирант классический серии On Duty, защита 48 часов, движение вперед, объем 150 мл. Моему мужу нравится это средство, мне оно тоже нравится, потому что никаких белых следов на черной одежде оно не оставляет. Что касается защиты, не 48 часов, но на целый рабочий день хватает, приятный аромат. Никакого пота, никакого запаха. Хорошая вещь, бюджетно стоит, покупаю уже не первый раз, буду покупать дальше. По программе для представителя решила я купить себе сухой шампунь. Многие девочки трансеттеры его уже приобрели и протестировали. Хорошие на него отзывы. Конечно, он не на 100% очищает волосы. Сделать из не очень чистых волос совсем чистые ему не под силу. Но на какое-то время продлить чистоту и свежесть, да, на это он вполне годится. Я его сегодня уже тестировала, да, он работает, но у меня не очень были грязные волосы. На грязных он, конечно же, к сожалению, ничего не сделает, и об этом многие говорят. Приятный аромат, аромат как у серии Advanced Techniques, по-моему, «Сияние день за днем» она называется, не яркий, есть такие сухие шампуни, что потом за 2 метра от вас этот аромат. Нет, здесь все очень приятно, все очень прилично, нужно его взболтать, потрясти, нанести с некоторого расстояния на корни волос, подождать 2 минуты и потом помассировать голову и остатки, если они есть, а их нет, чесать расческой и уже можно делать укладку. Хороший сухой шампунь, но я думаю, что немного завышена цена за 150 мл, 200 рублей, это как-то немного дороговато. Но буду тестировать дальше, пока что мне он нравится. Сейчас покажу вам еще одну вещь, которую я приобрела в этом каталоге. Купила я себе еще одно домашнее платье, на сей раз в розовом варианте. Серое у меня уже есть, теперь вот у меня есть такое же розовое. Что могу сказать? Платье, то, которое на мне сейчас, серое, я оценила, когда пришла зима, когда на улице стало холодно, когда в квартире стало холодно. Оказалось, что в этом платье намного теплее. Оно очень мягкое, очень уютное, очень приятное к телу. Прекрасно стирается в стиральной машине, превосходно сохнет. Ничего из него не лезет, каких-то особых катышков на нем пока что не образовалось. Платьем я осталась довольна, купила еще одно на смену. Потому что я сейчас из этого платья практически не вылезаю из своего. А платье это с капюшоном, это очень удобно, когда холодно, можно надеть капюшон, и будет намного теплее. Очень приятный материал, это, конечно, синтетика. Вот эти помпончики очень быстро приходят в какую-то совершеннейшую негодность, поэтому я их банально отрезала и завязала узелочки. Платье стало мое выглядеть намного лучше, эти помпоны ждет та же участь. Кармашек большой такой, вместительный, туда очень удобно что-то положить, руки сунуть, если замерзнете, или еще что-то, платочек носовой, например. Очень удобно, очень интересненько, но, как вы видите, здесь китайцы как-то кривовато пришили этот карман, ну да ничего страшного, гостей я в этом платье не встречаю. Платье сделано хорошо, ниток из него никаких не торчит, цена на него была, конечно, уже побольше, чем в прошлом году, уже 1200 оно стоит, а размер у меня самый маленький, 42-44, но я уже говорила, эти платья большемерят, и многие об этом говорят. В такое платье, такого размера спокойно влезет девушка, которая носит 48-й. Потому что я ношу 44-46, и на мне оно болтается. Но даже и то, что болтается, меня это не смущает, иначе бы я второй раз, конечно же, ничего не приобрела. Так что вот такое вот платьишко. Вот такой был мой заказ небольшой в компании Avon. Надеюсь, вам было интересно и полезно это видео. Спасибо за то, что посмотрели. Всем пока!